Погнали. В общем, примерно месяца три назад я задумался на одну тему. Тему, которая очень сильно меня парила, и вся суть заключалась в том, что а нахрена я занимаюсь тем, чем я занимаюсь? Зачем YouTube и все остальное? Типа, у меня в свое время, когда я только пришел сюда, у меня была ачивка, типа, чувак, серебряная кнопка, попробуй ее добиться, ты сможешь, все остальное. Я как-то себя толкал, поднимал, заставлял, все остальное. В общем, серебряная кнопка у нас. Это круто. Я смотрел блогеров, тех же ребят из FUA, я помню, как сейчас, типа, сидел дома и все остальное, чекал их и такой, вау. И вот, типа, у меня она теперь тоже есть, и где-то чуть-чуть ниже их я сейчас нахожусь, и я, типа, рад этому, и это круто. Я добился всего, чего хотел, именно в плане YouTube, и не ставил уже дальнейшие цели какие-то. Это была ошибка, потому что, типа, интерес мой канал начал пропадать, и я такой, типа, ну, камон, что происходит, чувак? Многие мне говорили, в общем... Буквально несколько дней назад мы запустили ролик, сняли ролик, в котором я умышленно, никто об этом не знал, я сразу говорю, умышленно допустил одну ошибку и непредумышленно допустил еще одну ошибку, ну, сейчас объясню я. Короче, в последнем ролике, где мы рассказывали про AMD, там я специально сказал, то, что проц без икса не разгоняется, нельзя разогнать и все остальное. Для чего ты это сделал? Зачем ты оправдываешься сейчас, Арсен? Да потому что это действительно так. Хотите верьте, хотите нет. Люди, которые писали в комментариях, к ним я сейчас вернусь. Я им очень сильно благодарен. Я сейчас объясню, каким людям. Так вот. Сняли мы ролик. Я специально допустил эту ошибку. Вторую ошибку мы допустили случайно, где мы говорили про материнские платы, про бэшки и все остальное. Ну, то, что на бэшках тоже ничего не гонится и все остальное. Тут мы случайно, тут на монтаже получилось так, то, что я записал один дубль, в котором я сказал как надо, мы рассказали как надо, и записали второй дубль, где мы не договорили, то есть под разгон X370 и B350 для дефолтных, там, безразгонных, так скажем, камней. И тот, который пошел уже в рабочий дубль, он был ошибочный, и это, да, я принимаю, что это наш косяк, точнее мой косяк, не я монтировал, но это мой косяк. Я не объяснил человеку. Далее, получается следующее. Получается то, что мы выкладываем ролик, люди начинают писать кучу комментариев, типа, мол, чуваки, вы ошиблись и все остальное. Одни пишут, чуваки, вы ошиблись и все остальное, другие пишут, мудак, ты что сделал, иди нафиг вообще, козлина тупая. Я с самого начала канала просил вас всех, ребят, видите косяк какой-то? Отпишите в комментариях, объясните конструктивно, что, зачем и почему. Я честно, я искренне рад, что таких людей было большинство. Они написали, чувак, ролик крутой, идея крутая. Ты ошибся вот здесь, вот здесь, вот здесь. Пожалуйста, пустите комментарии, чтобы люди сейчас видели, что, зачем и почему. Я тупо такой сижу и понимаю, что я действительно очень рад тому, что я сейчас делаю. При такой жесткой ошибке, вот реально жесткой ошибке, у нас 1000 лайков на 90, на 100 дизлайков. Типа, спасибо вам. Честно, мы вокруг себя собрали аудиторию, которая действительно, ну, которая действительно очень крутая, которую я и хотел изначально. Адекватно пишет, объясняет, почему, чем она недовольна. Это круто. Это круто, это очень круто. Типа, я только спасибо могу сказать. Я хочу сразу извиниться за то, что происходило примерно последние месяца 2-3 на канале, потому что пропала живость. Это самая большая проблема, точнее, канала, потому что люди подписывались на лайв, на живость, на ту, которая была. Вы видели героев, которые были на канале. Сейчас тупо мое хлебло одно и все. Даже Джамал пропал. Тут убежал даже куда-то. В общем, все вернется по-любому в ближайшее время. Я уже заикаюсь. Сорян, парни. По-любому кто-то напишет, заикается, козлина, зачем ты YouTube-канал ведешь? В общем, этот момент мы закрыли. Я действительно очень рад, что у нас есть такая аудитория. Хочу перейти к следующему вопросу. Вопрос со сборками. То, как собирать ПК, идея неплохая. Мне многие написали, мол, чувак, продолжай. Единственное, что исправь ошибки, окей, без проблем. Что бы вы хотели видеть? Друзья, обязательно пишите в комментариях, типа, какую бы... Что бы вы хотели, чтобы мы разобрали? Там, оператив,
как обращать внимание на оперативку, на что обращать внимание в подборе там кулера Дипковского, к примеру, или там, не знаю, блока питания, проца на ТМД, к примеру. Ну, вы поняли. В общем, напишите в комментариях, я буду искренне рад видеть что-то подобное. Следующий момент, который меня парит за все время, ну, точнее, уже в последнее время не очень меня парит, но, в общем, за все время, которое канал существует, это ребята из определенных компаний, которые мы ставим, к примеру, в своей сборке. Дневник Хача. На этом канале я не знал, что... Ну, на канале 0.5.ру я никогда не думал, что я буду говорить про дневник Хача. Ну, короче, давайте на его примере я приведу. Те, кто смотрит дневник Хача, и для тех, кто не смотрит, я сейчас объясню. Ему компания BMW подгоняет машину. Ну, просто говорит: чувак, на, возьми, езди, ну и все. Ты можешь говорить, как есть, все, ну, реально. Говори, как есть, и просто толкай в массы нашу марку. Он так и делает, почему нет? Так вот, если, к примеру, компания... MSI подходит ко мне и говорит: чувак, на, возьми 2080, сделай обзор, сними сборку, без проблем, чувак, возьми ее. Почему я должен отказываться? Я должен сказать, типа: чуваки, нет, сорян, я подожду гигабайтов, когда-нибудь они мне напишут, и мы с ними заколлаборируем. Нет. Подогнали, спасибо, ответный респект им в ответ, потому что, ну, они сами пошли на контакт. Почему я должен отказываться? Я не буду отказываться от этого. Это очень круто, когда компания тянет тебе руку, и ты в ответ ее жмешь, и все, это круто. Типа, надеюсь, вы это поняли, и поняли правильно. У меня на этом все. Я еще раз повторюсь, я очень благодарен вам, ребята, потому что, ну, реально, такая поддержка, все-таки она есть, и как бы люди, которых я хотел бы видеть изначально на канале, они еще и добавляются, еще и подписываются, при том, что, ну, канал частично утратил то, что было на нем. Канал спит, молодец. И мы сейчас его будем будить. У меня на этом все. Подписывайтесь на канал. Здесь говорят правду. Алексей Навальный. Ссылка в описании. Не будет. Ну нафиг. Еще завтра приедут за мной. Погнали, лаки. Почему я маленький?